ребят. Сегодня влог начинаю поздно, потому что у нас уже 3 часа. И я сегодня готовила пирожочки, жарила. Вот с капустой нажарила пирожочков. У меня аж телефон разрядился уже, господи, полдня прошло. Телефон разряжен. И я пока приготовила их, пока это. Короче, очень устала. У нас дома прохладно, наконец-то. Все, вернулись. Ветерочек вернулся к нам. Отлично. А еще я хотела вам сказать, что у нас сильно болит голова. У Валика вообще. Голова раскалывается. Сегодня целый день он даже поспать успел. Очень плохо. Не знаю, из-за жары или из-за чего это все непонятно. Он выпил даже 2 таблетки от мигрени. Вот вторую выпил недавно. Посмотрим, поможет или нет. В общем, пока я сегодня готовила кушать, соседи там, как обычно, сверлили. Ну, думаю, ну сверлит и сверлит, ну что мне. А было открыто окно, которое выходит на колодец туда внутрь. И что вы думаете? Я смотрю на плиту на свою черную и понимаю, что она вся в белом. И тут я как бы вчера вы поубирали всю квартиру, всю пыль, да? Понимаете, да? Я все вчера поднимала, чтобы поубирать. Ну, просто еще. Вот все. Какого фига? Угу. Все полы, все, что у нас было дома, все в этой белой фигне. Я безумно рада, что они затеяли такой прекрасный ремонт. Короче, ну сейчас не об этом, мы сейчас собираемся в здание идти в кафе, покушает он, и потом пойдем в бассейн. Потому что как-то так тяжко, голова болит, хочется поплавать. Так что мы собираемся. Мы пришли в кафе, Даня кушает тут. Вкусно, сыночек, тебе, да? Тарелочка огромная. Просто, ну это чтобы для Дани, чтобы он все скушал. И тут везде такие порции огромные. Это для деток? Такие макароны вкусные, да? Паста. А ему нравятся они очень. Он готов каждый день их кушать. Карбонара и болоньеса. Карбонару уже не так любит. Это сын накушался. Так ты ж накушался, Авриш. Покажи, как ты накушался. Вот так, да? Но от булочки не откажется ребенок. Булочка дома, сынок. Пойдем за булочкой. Скорее. Шли на парковку, сели в машину. До этого мы заходили после кафе в этот, в бассейн, который там, который к нам близко. И там вода ледяная. Вот прям капец ледяная. И мы пробовали. Да, мы попробовали ножкой. И решили, что лучше поехать туда, где мы все там. Там, где дома, там солнышко вообще аж до самого вечера светит. Да, сыночек? Да. Да, и покупаемся в теплом бассейне. Люблю тебя. Чуть-чуть покупаемся, потом домой поедем. Ой, накупались мы, ничего не снимала. Ой, боже, надо открыть окошко, дверьки. Ничего не снимала, вот. Сегодня день рождения у... Как бы вам объяснять? Объяснить так. У нашего арендодателя, мамы, вот. И мама там живет. Да, у Фины. Вот, мы ее подошли, поздравили. Хотела сделать тортик для нее завтра, но она сказала, что у нее так много тортов, что она уже не может их есть. Поэтому не буду делать тортик, не знаю. Что-то
Может быть, придумаем. Посмотрим. Вот, мы даже не знали, что у нее день рождения, но мы подошли, поздравили. Такие дела. Сейчас едем домой. Мокрые все. Я устала так. Даня тоже устал, накупался. А ты не мокрый, да. А ты высох. Кушает булочку. Ему так понравились эти булочки. У нас дома пирожки есть. Что-то я их сильно острыми сделала. Они такие прям там очень острые. Мы дома. Даня уложил валик. Короче, никуда не пошли. Покупались. Вот. Покушали, поужинали. И сейчас тоже собираемся идти отдыхать. Так вот у нас день вышел. Практически ничего не снимала. Разучилась как-то за несколько дней. Вот, вот такие дела. Какое-то сегодня состояние вообще морально как-то очень, очень тяжело, грустно. Вообще не было настроения. Целый день. Надеюсь, завтра будет лучше. Поэтому все, ребят, до завтра. И всем пока.